Почти 1000 люберчан зарегистрировали свои проекты в оргкомитет премии «Наше Подмосковье». Тем, кто еще планирует подать заявку, следует поторопиться. Прием проектов на рассмотрение скоро закончится. Подробности в следующем сюжете. Чуть более 2 недель остается до окончания приема заявок на ежегодную губернаторскую премию «Наше Подмосковье». С 26 марта жители Московской области подали почти 7 тысяч проектов. Из них около 1000 принадлежат люберчанам. С 13 июня по 20 июля пройдет второй этап конкурсного отбора. Обязательная презентация проектов во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Успеть подать заявку можно до 31 мая на официальном сайте премии самостоятельно или с помощью кураторов в консультационных пунктах. Цель премии – поддержка и поощрение социальной и гражданской активности жителей Московской области. Александра Томе, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.